Привет, приехал такой автомобиль чудесный, Audi A6 C6. Так вот, больше в целом речь сегодня не про этот автомобиль, а это может быть в любом автомобиле такое явление, как капиллярный подъем масла от форсунок по проводам в блок управления. Как бы это фантастически ни казалось, но за время эксплуатации, если форсунки где-то контачат с маслом, за годы эксплуатации может произойти следующее. Провод внутри медный в изоляции, он состоит из жилок. Жилки расположены очень близко друг к другу. За счет этого может образоваться такой капиллярный эффект. Так вот, тут как раз такой редкий случай произошел. Вот там точно туда никто не лез, там на блоке были защиты. И при съеме вот одной фишки образовалось такие масло, а другая сухая. То есть по этим фишкам идет к форсункам провода. И тут мы тоже видим, что мокрое. Хотя в масле там ничего нету, там блок этот не плавал, тут все сухо, замечательно, хорошо. Вот именно за счет капиллярного эффекта такого явления происходит подъем масла в блок двигателя. И дальше происходит следующее. Хотя масло является хорошим диэлектриком, у него высокая диэлектрическая проницаемость, происходит следующее, что масло попадает в блок, но обычно в масле, в дизельном масле, там его трудно от рук отмыть, то есть и там какие-то есть вложения. Эти вложения могут пропускать уже электрический ток, где-то быть какое-то чудо чудное, что где-то что-то закоротило, блок вышел из строя. То есть даже при замене блока хватит, конечно, на какой-то период времени, но все равно надо быть внимательным. О таком забывать не стоит. Не стоит. Конечно, это более относится к старым автомобилям, которые уже побегали. Это надо, поверьте, надо очень долгое время, чтобы масло по двум проводам просочилось туда в блок, и блок еще должен залить, и там много факторов должно произойти и совпасть, но такое место может быть. Так что, если что, механики, будьте бдительны, клиенты, если что, не удивляйтесь.